очень неприятный для Татьяны Волсажар и Максима Транькова. Неудачное выступление в короткой программе, лишь 8-е место, и несмотря на блестящий прокат произвольный, лишь 2-е место с отставанием, обиднее некуда, в 0,11 балла от чемпионов мира. Серебро, первенство планеты у Татьяны Волсажар и Максима Транькова. Да, и катают, вот они, обратите внимание, свой показательный танец на музыку, которую они же используют для короткой программы. Давайте. Вот вместо тройной подкрутки, правда, подкрутка только лишь двойная. Не такая зрелищная, разумеется, не такая ценная, как подкрутка в 3 оборота. Ну, короткая в этом сезоне у Тани и Максима великолепная. Разговоров вообще никаких нет. Они ее весь сезон катали на 70 и выше. И вдруг такой неприятный провал на чемпионате мира. И очень любопытно будет посмотреть за Тодесом, который не получился во время официального старта. Великолепный выброс. Поддержки тоже одна лучше другой. Пока одна. Чуть-чуть не дотянули до этого уровня, который требуется для того, чтобы зал качался от возбуждения Ирины Скацалаповой. И вот, наконец-то, на выступлении россиян Волсажар и Транькова на Тодесе. Зал восторженно зааплодировал.